Современное поколение все больше времени проводит в телефоне. Социальные сети, игры, звонки и многое другое привлекает молодежь. Общаться можно где угодно и когда угодно. Юные умы становятся легкой добычей для мошенников в интернете. Как не попасть на удочку злоумышленников подросткам, рассказали общественники и сотрудники правоохранительных органов. Вот такое мероприятие пытались в этой такой форме довести до детей о важности, о правильности нахождения в соцсетях. Потому что много бед случается, мы это знаем, когда через соцсети добиваются от детей, от каких-то негативных поступков. К проекту «Основы кибербезопасности детей в социальных сетях» подключились священнослужители и спортсмены. Они предложили детям альтернативу, чем можно заняться в свободное время после учебы. Универсальный способ справиться со скукой для мальчишек и девчонок является спорт. Он не только убережет от неосторожных поступков в интернете, но и укрепит тело и дух. Примером для подражания выступил ровесник слушателей, спортсмен Захарий Шамсудинов. Ну, я думаю, школьник прежде всего должен хорошо учиться и должен быть спортивный, ходить на тренировки, чтобы мог за себя постоять и за свою семью постоять. Основная цель проекта – уберечь детей от деструктивной информации, которая распространяется в интернете, обучить подростков распространять мошенников и как не стать их жертвами. Организаторы полезного урока обещают посетить как можно больше школ и охватить максимальное количество детей. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.